Мариуполе и Корее. Привет, мой дорогой зритель! Что, продолжается наш мини-сериал «365 дней в Корее». И сегодня я снова попал на этот жить объект. Вчера вечером уже было ясно, что снова едем достраивать строительные леса. Ну что, приехали. Сегодня к нам подключился суперпрофессионал, мастер своего дела. Посмотрел, говорит, так, вот здесь не пойдет, здесь не пойдет. В итоге уже кое-что переделали, кое-что доделали. Ну, сейчас покажу, потому что время уже обед. Мы уже съездили покушать. А куда мы съездили покушать? А поехали мы в ту же пупеху. Да, вот в эту вот пупеху, смотрим. Такая вот пупеха. О, вон стол всяких ништяков. Вот вам и кимчи, и репка маринованная, и курочка остренькая, и минтай нарезанный в соусе. Из мяса что у нас? Рыба и чуть-чуть свининки в остром соусе. Ну и супчик острый и не острый. Вот сегодня чуть-чуть себе опять наложил. Ну а пацаны прям вообще по полничку. Сразу видно, кто работал, ну а кто так стоял, трубу натирал. Так вот мы сегодня набили себе животы. Ну а что мы успели сделать до обеда? До обеда вот здесь вот поднять площадочку немножко и лестницу переделать. Вот такие дела. Так что пошли мы дальше работать. Чуть-чуть покажу дальше. И в итоге в конце покажем, что у нас открывается, какой вид открывается сверху. Вон с той вон площадочки. Почти до вершины кое-как соорудили лестницу. Ну и посмотрим, что нас ждет с той стороны. Опасная скала, конечно. И вот она. Короче, надо еще вот здесь строительные леса по этой стенке построить. Только как это будет делаться, я хз. Но решили вроде сейчас весь все трубы перекидать вот туда вниз. Иди вниз подавай. То во мне веса, а то я вместе с ним уйду. Ну, я шлёги, даже не. Марк! Короче, Андрюха аж решил раздеться. Стриптизер недоделанный. Чуть позже. Вон они. Мастера горных дел. В общем, накидали трубы, клипсы понаспускали. Теперь пацанам надо выбираться. Выбираться надо вот туда, за скалой. Есть у нас выход.
Вот они. Скалолазы. Спрятались за скалой, думают, как же выбраться. Походу останутся здесь сегодня. Пошли, да. Дождались, пока волна спадет. Ну и вот получается, пацаны стартовали отсюда. Вот этот наш мост, шатающийся со стеклянной вставкой. Вот они вот здесь пролезли. И здесь вылезли. Вот такие дела. Что, друзья, товарищи, время 4:30. Пора подвести итоги, что мы сегодня сделали. А сделали мы сегодня многое. Доделали лестницу с этой стороны. В общем, пойдемте, наверное, прогуляемся. Короче, вот так вот сделали. Вот такую вот лестницу. Веревку попросил натянуть. Говорит, вот так вот застегнулся и пошел. Потихоньку. Здесь дошел. Перестегнулся. И дальше пошел. Такая лестница у нас получилась. Завтра здесь будут ходить работяги с мешком цемента. Русские работяги с двумя мешками цемента. Только я так и не понял. Вот здесь вот на пятак хотят вроде кран сделать. Только нахрена этот кран, непонятно. И еще вон там будем делать. В общем, вот такой вот сегодня у нас рабочий день получился. Завтра опять приедем на этот жить объект. Наверное, не буду снимать. А может, сниму уже в конце, что получится, и вставлю в конце этого ролика. На следующий день. Вот так вот и происходит строительство строительных лесов в лесу. Пацаны там каркас потихоньку собирают. А мы стоим на горе, наблюдаем. Нас пока не зовут, говорят, без нас справляется. Ну а мы тут пульпаны перенесли, трубы перенесли. Ждем команду подавать. Такие дела. Спустя некоторый раздражающий долгий период времени. Ну что, процесс потихоньку идет. Делают пацанчики свою работу. Ну а мы, наша задача по необходимости подавать вот эти вот пальпанчики. Сначала мы вот, где деваха стоит, фотается, оттуда все вот так вот занесли сюда, наложили и все. Ждем команды главных инженеров, строителей, сборщиков. Это урок о том, как спускать пальпаны с крутого склона, да? Вообще, в
опасных условиях. Я узел не помню уже теперь. Вот так вот. Все, блядь. Завязывай. Вот сделай вот эту петлю. Ну. Туда руку просунь. Ну. И два сразу вот этих нижних возьми. Вот так? Да. Ой. Себе. Это, конечно, мастер-класс показал. Нихуя не умеет. Приехал скорее. Работун, чисто советчик. Скалолаз. Ну чё, как оно, нормально лезется? Да. Осторожно, камни полетели. Скажи привет, Россия. Сейчас следующий пойдет. Шел следующий у нас. Все, давай, погнали. Следующий у нас альпинист пошел. Вот кого надо было в фильме «Скалолаз» снимать. А вы Сильвестр Сталлоне, Сильвестр Сталлоне. Вот он, мастер. Даже не вспотел, взобрался. Ну а с вами, как всегда, был канал «Привет с полей Кореи». Всем удачи, здоровья, счастья. Конечно, жить богатство. И пока, пока-пока. Такси Максим. Везе, везе. Так вот и развлекаемся. Пока едет, инструмент перебирает.